С добрым утром, друзья! С добрым прекрасным октябрьским утром! Привет вам всем из Анапы! У нас сегодня 14 октября 2023 год. У меня по плану пешая прогулка. Посмотрите, у нас цветочки везде цветут. Тепло. Юки отцвели. А, нет, это ту... Да, да, юки. Юки. Красиво цветут они белыми цветами. Ну, у меня по плану пешая прогулка. И, как всегда, все, что нравится мне, буду показывать вам. Сегодня я собираюсь пройти. Посмотрите, как интересно проходят у нас. Везде загораются зеленые огоньки. И люди переходят как дорогу. Так вот, сегодня я планирую пройти через парк джунглей в эту сторону, к речке Анапки, прогуляться с этой стороны. Ну, обычно маршрут сама придумываю, догуляю, насколько могу. Устала, посидела, дальше пошла. Опять отдохнула, опять дальше пошла. Хороший солнечный день. В этом году погодка нас так балует. Сегодня уже какое октября. Только пару дней назад дождь прошел. И все на этом. Ну, узнаете, это наш центральный рынок. А это улочка Терская. Садили новые деревья года 4 назад с красными листьями. Вот не помню, как они называются, но такие бордово-фиолетовые. Красивые очень. Но это наш центральный рынок. Круглый год работает. Заходить сегодня не будем. Цены поднялись, как и везде в России. Нет желания сегодня ходить мне по рынку. Дальше пойдем. Гостиница центральная. Ну, а здесь вы, может, помните, тоже новенькая. Несколько лет всего. Столовая. О, тут остеклили, как красиво стало. Можно теперь вовнутрь зайти, пыли не будет. А то вот этого стекла не было. Сверху закрывалось на жалюзи. Тут что-то опять. Да, опять перестройка. Кто-то закрылся, кто-то открылся. Ну, а я направляюсь к морю. Это наш северный рынок с правой стороны сейчас будет. Проспект большой, двухэтажный. А дальше северный рынок. Вещи, продукты. Вы найдете современные стильные наряды на любой вкус, цвет и кошелек. В магазине представлены... Еще мороженое даже продают. Интересно, почем сейчас мороженое? Сейчас подойдем, спросим. Ага, а тут никого. Так, ну где-то ж написано должно быть, да? А, вот. 200 рублей. Увидела лох серебристый, думаю, покажу вам. Смотрите, как разросся там чуть-чуть. Чуть-чуть заболел, верхушка заболела. Сейчас вот так вот покажу. Еще и музыка играет. Не забанит YouTube. А это наша Анапка. Ой, морюшка, 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 морюшка.
А что, уже цена поменялась, что ли? Очки выбираем, Наташки мои. Смотрите, тут как. Я вот эти мерила. Ладно, начиная 350 рублей. Ну-ка. Хорошо мне? Мне нравится. Не, лучше мои тогда. Повернись. Тань, повернись. Ну, это тоже хорошо, но белые тоже хорошо. Поворачивайся. А вот эти? Эти тоже хорошо. Нет, эти мне не нравятся. Нет. Ну повернись. Как его? Красотка. Ну вот это разве правильно? Все дорожки убрали, сезон закончился. Помните, я вам в одном из видео показывала, как тут красиво, какие тут дорожки, какие душевые кабины. А сейчас по песку идешь. Ну хоть хорошо, дождя нет. Морюшка. Наше морюшко. Речка пересохла, а летом весной впадает в море. Лебедей нет. Ну, почистили, смотрите. Наше морюшко. Я только подошла. И посмотрите, что тут. Вот заканчивается берег. И вот это вот все. Водоросли там еще он свеженький, выносит, выносит, их выкидывает, выкидывает. И дальше туда, за речку Вонючку, как говорят, за Анапку, там нету. А это вот район центрального пляжа. Музыка. Вот, смотри, вдвоем сидят. Я думала, люди ныряют. Морские прогулки. Ух, тетушка, смотри. Тепло, интересно. Ну да, мы люди разбалованные. Для нас уже вода холодная. Мы уже в куртках, штурмовках. Вы можете получить кассе у входа на причал. Касса морские прогулки, белая касса, вита, а мы уже в куртках. А вот туристы. Мужик парень.